Походу так щось тіло. Сейчас посмотрим. Спереди что-нибудь стоит? У меня нижняя вот эта решетка, где нету черного. Снимай ее просто. Серые пускай. Да, все снимаешь. Так, еще не. Хотели эту точку найти не могу. Я слушаю, реально нет. А может у тебя движок какой-то? 750. А, вот ты зря. Эти модовские поставили? Вот она из-за этого и не меняется. 730 надо. Надо заводской ставить, да? Есть максимально. 730. Попробуй теперь поменять. Или надо перезаходить, менять движок. Да, появились. А нижняя решетка так и не осталась. Ну там у тебя какая-то серая штука стоит, не знаю. Ее никак нельзя поменять, это на цвет. Так, раз записываю, покажу вам машину. Официально. Так. 8 у нас. 84. Ты сейчас стримишь? Или я пытаюсь записать. А, я кнопку нажимаю, привычки. Так, движок 730. О, кстати, есть разные обороты. Может, чем меньше оборотов, тем меньше расход. V8, 5, 6, V8. Ну ладно, движок это максимальный. А коробку передач выбирайте сами. Некоторые знатоки говорят, что если чуть больше, тем лучше. Так. Рули тоже на ваше усмотрение. О, кстати, можно такое поставить. Цветастый. Раскраска. Раскраска. Триба. В общем, что-то неприличное. Теперь цвета. Первый красный. Наверх и вправо. Еще наверх его увидим. Наверх и вправо. Ну, белый, соответственно. Просто наверх и влево. Далее аксессуары. Так, здесь спайс вообще не ставим. Решетка, ой, точнее это фишка. Аксессуар лайтбар. Стинг. Дальше огоньки до лампочки. Так, давай покажу. Лампочки такие. Дудка такая. Здесь такая же. И лампочки такие. Так, здесь. А кстати, я почему не ставим? Орло, что ли, можно поставить? А, нет, это внутри. Да, здесь без разницы. Здесь можете ставить, что хотите. Так, здесь козырек, заводской вариант. Флаги на ваше усмотрение. О, флаг снес. Блин, что, верните на место флаг. Что вы найду теперь? Флаг верните на место. Так, далее. Это что такое? А, табличка. А, ну это маленькие таблички, они пускай можно ставить. Так, вот. Защиту от камней вообще не ставим. Сканер. А, на типа стоит. А, ну вот она заводская, то есть заводскую, и все будут видеть, можно ставить. Остальное все вообще не ставим. А, ну вот это тоже подстоит. Но ее тоже будут все видеть. Это не ставим. Здесь ничего не ставим. Защиту. Точнее, кенгурятник. Здесь поставил викинга. А здесь поставил такие. Ну это вот это на усмотрение. А викинг обязательно. Лампочки на ваше усмотрение. Я не знаю, не помню, чтобы их подгоняли. Колесики тоже на ваше усмотрение. Давайте все-таки красивые поставим. Коль зашли.
так вроде все. Это тоже нужно смотреть. Все, все основное все рассказал. Внутри. Ну, внутри тоже на ваше усмотрение. Все, как-то так.